Сегодня получили коробочку на Озоне, елочку искусственную. Производитель Империя елок. Елочка 2,25. Сейчас раскрою, посмотрю. Ну, по внешнему виду видно, что уже упаковочка не ахти какая. Вот торчит елочка, вернее трубочка. Не поместилась она, то ли ее по 100 раз укладывали, то ли таскали неправильно. Ну, в общем, внешняя упаковочка не очень презентабельная. Посмотрим, что внутри. Вот елочка внутри. Вот так вот она выглядит. Будем доставать. Вот распушил немного. Посмотрите, уже какой вид. Если еще больше распушить каждую ветку, разогнуть во все стороны, просматриваться вот так вот насквозь она не будет уже. Даже без игрушек, без дождя, без ничего уже просматриваться не будет, как единое целое такое зеленое. Только если все вот эти вот веточки распушить. Вот я спереди распушил, чуть-чуть вот вверх не стал, потому что опять складывать в коробочку. Вот такая вот елочка. Такая вот елочка. Вот такие, смотрите, веточки. Прям как натуральные сделанные. Вот они гораздо пушистые, чем елочки подешевле за 10. И вот серединки сделаны действительно, вот видите, коричневые. Как веточка древесина. И иголочки. Елка не сыпется. Вот я ее разбирал, распушил. Посмотрите, ничего не осталось. Как раз вот посадка ее низкая. Вот ветки до низу, до полу. Достаю сколько тут? Сантиметров 15, наверное. Если еще их распушить и отогнуть, аккуратно еще поставить. Почти до пола. Ну, я доволен этой елочкой. Спасибо Империи. Желательно, конечно, чтобы упаковывали получше.